О чем шумите, вы народные люди? Кто возмутило вас волнение Литвы? Оставьте это старый спор славян между собою, домашний старый спор, уж взвешенный судьбою, вопрос которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена, не раз склонялась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре, кичливый длях и дверный роз, славянские ручьи сольются в русском море, оно ли сякнет, вот вопрос. Оставьте нас, вы не читали, сии кровавые скрижали, вам непонятно, вам чужда, сия семейная вражда. Для вас безмолвны Кремль и Прага, бессмысленно причает вас борьбы отчаянная отвага, и ненавидите вы нас. За что ответствуете? За то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы? За то, что бездну повалили вы, торжествующий над царствами кумир, и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир? Вы грозны на словах, попробуйте на деле, или старый богатырь покойный на постели не в силах завинтить свой измаильский штык, или русского царя уже безвольно, бессильно слово, или русский от побед отвык, или мало нас, или от Перми до Тавриды, от финских сладных скал до пламенной Колхиды, а от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая стальной щетиной сверкая не встанет русская земля. Так высылайте к нам витии своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов. Вот он напоминал, пусть не высылают к нам тех, кто после Пушкина приходил на нашу землю, всех мы выгнали. И этих погоним в шею, если они не успокоятся. Спасибо.